В Великом Новгороде завершились основные приготовления к открытию третьей международной выставки каллиграфии. Она начнет работу 10 сентября. Завершены работы по монтажу помещений. Экспозиция разместилась в огромном шатре, который расположился на набережной Александра Невского рядом с аркадой Ярославова дворища. Здесь представлены, вы знаете, 37 стран мира, вот, и везде сила слова играет очень большое значение. Поэтому я хотел, во-первых, поблагодарить. Честно говоря, когда велись первые переговоры, я не был уверен, что эта выставка все-таки к нам приедет. Сейчас я очень рад, что она приехала, потому что эти выставки организуются только в крупнейших городах мира, вот, и у нас в стране, в Москве и Санкт-Петербурге. И, безусловно, приезд сюда, в Новгород, Великий Новгород, конечно же, это для нас большой подарок. Экспонаты выставки впечатляют. Можно смело сказать, что Новгород еще такого не видел. Посетители выставки смогут увидеть каллиграфические картины, предметы прикладной каллиграфии, материалы и инструменты для письма, а также уникальные шедевры, в числе которых «Золотой Коран», «Присяга президента России Дмитрия Медведева», а также текст вступления в Национальный союз каллиграфистов, написанный на бересте. Во время выставки, которая продлится до 12 сентября, будут проходить мастер-классы с участием лучших каллиграфистов мира, где любой желающий сможет поучиться искусству красивого письма разных народов мира.